Насколько вы сильно любите женщин? Однажды в вашем возрасте я от более взрослых услышал такую фразу, что мужчина половину жизни своей проводит с думой о женщинах. Я думал, что это такое вообще, не может быть такого. А сейчас вот по истечении определенного периода я понял, что вот это самая наша большая и счастье, и трагедия одновременно. И здесь опасность какая? Если очень полюбить, то этому нужно посвятить всю свою жизнь. И тогда ты не достигнешь в карьере. Вот Горбачев Михаил Сергеевич очень любил свою ныне покойную жену Раису Максимовну. И вот где Советский Союз. Поэтому для лиц, занимающих высшие посты в стране, это опасно.